Тошу попроси. Слушай. Здорово, ребят, сегодня я у телефона. Тоха сегодня отдыхает и балдеет. Это Санкт-Петербург. Помахай стриму. Работает? Да. Нет, ребят. Вы крутые. Я ненавижу эту песню, блядь. Видят все, я помню пенис большой. Я помню пенис большой. Я помню пенис большой. Я помню, о, я знаю, пою. Блять, считаем, сколько текста я сегодня забуду. Я думаю, вот так. Не, я сегодня тупой забуду. Мы в тебя не верим. Все нормально. Дело в том, что вчера была довольно серьезная бифор-пати, на которой вчера Илья нахуярился в гам... А ты говорил мне в студии! А ты говорил мне... Но это традиция! Это был очень жесткий момент, так, который, возможно, не стоило показывать. Ну, блять. Отрекся от большого пениса. Чего? Отрекся от большого пениса. Он заебал уже. Короче, нормально все. Да. Ой, дайте я тоже сниму прыжочек. Я живой.
и нахожусь здесь. И вот самое главное, что я хотел сказать, я вот узнал, что у вас тут с московскими, оказывается, порт не поймаете. Вот, начните понять, вас на сосаде, я не знаю. Я согласен! То есть, давайте тогда, наверное, ну, если мы хотим, чтобы Москва сосала, давайте разъебемся, чтобы было просто охуительно. Привет, Алексей. Погнали, Артур. Давай дальше.
Водички, пожалуйста, с этой песенки. Давайте. Я буду там в Франции, на Западе, голоса не слова.
лицо, но сделаем популярным аспирина. Я у тебя лишь ради фестиваль, но любовь как секрет без рецептов. Поверь, я тебе купил все равно для альбома, чтобы на своем концерте. Я вообще в лютом ахую, вы все существуете, вы не просто на мой букву, блядь, я здесь. Это так охуенно, спасибо большое. Реально супер охуенно, Вася Грин, блядь, Сергей. Все красивые, взрослые, кто-то не очень. Но тем не менее, все равно супер это Сергей, спасибо, что пришли. Давайте про абрикосы споем. Полюби все сердце на свой голову. Уведи меня, выручай, гонцы, и пить это мой.
пуля. Мерить потолком уровень правду вольте не буду. И чтоб не думал, не дуйся, выдуешься. Раз себя сами под ним хороним. Я дым, и каждый из нас кислым. Скорбинки низкие, будто из детства. А я еще мечтаю пролетать от казарма. Молочу в космос не место. Хотя и здесь так неплохо. Пожалуй, задержусь ненадолго. Но стоит ли воспринимать этот мир как дом, если мне даже нельзя за порог. У меня муза уже все проспала. Я себя вновь искал в зеркалах. Но кто-то другой его все равно. Он ищет себя в эту сторону. Митя! Может, по-своему, но рано
Что такое, друзья? Все люди наши, все мы? Ну, давайте, давайте, давайте. Девочка, доктор сказал, что ты мать, ну бля, ну так и
любовью случается. Романтично ничего не скажешь, ты не отчаянный. Возле костей на сердце печаль, печаль, печаль даже не закончится. И мы дальше на начале. Но ты дождись меня тут, когда-нибудь мне станет плохо, я сразу приду. Сломаю ногу специально и морально колено. Надеюсь, попаду в твой смех. Людям могу красиво излагать, ты никогда не забудешь название этой беды, смачками и множество прочих, но нас одно объединяет отвратительно больше. Я лечу душу, ты сердце, моя планета по-разному, и на кого ты деться, те миллиарды людей не поймут, как будешь и тонущих, мой код написали, но ты отвратительно больше. Я для себя, для всех людей могу красиво излагать, ты никогда не забудешь название этой беды, смачками и множество прочих, но нас одно объединяет отвратительно больше. Еще одну, да. Только ребята, по ладошку, не видите друг друга, пожалуйста.
Спасибо большое. Смотрите. И этот звук, то вот на этих мячах людей, я в целом не знаю, как это появляется. Да, да. Это место. Час уже настал, ты, как и я, этого ждешь. Вот, как все.
значит стало бы, чтобы вести людей, надо что-то не договаривать. Устроим пару сердца друг за другом, пускаются времечко, считаем, пусть мы не с ними считаться. Я вижу столетия, шапы, кому столешницы шапы, кому деньги на шапы, кому столетний нужен, но могу память, что история. Кому словно не жукал, без меня ничего не стоит, но время ломает строй, потом становит косяк. Да, это прогресс, изменить ничего не знаю, если всякому позволено было бы все менять, то все равно едва ли кто-то перейдет, даже нельзя. Час это затравка перед тем, как ты уйдешь. Час уже настал, ты как и я этого ждешь. Как стекает в часики оставшийся песок. Пусть восход лучше больше не придет. Час это затравка перед тем, как ты уйдешь. Час уже настал, ты как и я этого ждешь. Многие подумали, что я эту песню посвятил Галечке, блядь.
Вообще не знаю, какого хуя тебе, ну ладно. Дай, что очень люблю тебя, блядь, солнце. Ну что, ребят, я думаю, что самые грустные моменты на принципе закончились. Ну не все, конечно. Но я хочу смотреть, что случилось. Что случилось, да? А можно, пожалуйста, обратно сюда по человеку плохо во втором ряду? Я лучше снимать, а то не буду, а то не очень как-то. Так и крылья. Сразу говорите, на машине все вот так вот делаем, окей? Ну все, теперь все запомнили, я надеюсь. У вас остальных все в порядке? Все хорошо? Ребята, девчонки, сразу говорю, у нас еще половина программы даже не прошла, мы сейчас, если вам воду раздадим, вам под конец вообще нечем дышать будет. Да, вы терпите. Поэтому давайте аккуратно с ним будем, ладно? Спасибо. Спасибо большое. Блять, это... Ну, добра, у нас ничего, кольца не имеет. Что, поехали дальше? Да, вот здесь. Погнали, ребята. Давайте мы вам сейчас посмотрим.
Договорились? Это соберемся. А сейчас мы больше помним здесь. Yeah.
Давай дальше будем. Оп! А можно кинуть одно? Ну еще влево. Вот так, дай. Делитесь на зубы, потому что всем хватило. Здесь никого в лицо не попало, что никого не снимало. Дальше. Ловите! Смотри, как воды очень мало, как лицо хватило на весь концерт для вас именно. Поехали дальше. Что случилось? А можно, пожалуйста, на экран Лена Попчик, кстати? Воды? Аква? Я хотел распуститься после этой песни, ребята. У вас там очень тесно, но постараюсь, чтобы всех обнять, всех поцеловать. У вас это нельзя. Привет, привет, друзья. Охуенный, спасибо. Охуенный тебе. Понимаете, мы тоже так сколько осталось здесь. Там все, знаешь, что не надо собрать. Друзья, все песни, которые приехали. Дайте шума для Лехи и его нового храма. Красное яблоко. Работа в основном.
У нас каждую песню стабильно, кого на самом деле хорошо. Чего? Все нормально? Как все плохо? Сегодня пятница. Что стало у вас за вами случилось? Тихо, блядь, так плохо, человек, что случилось? Сгоняйте вам туда, пожалуйста, кто-нибудь. Вот там человек будет. Спасибо большое. Чуваки, проверьте немножечко доля такта. У нас есть типа все песни, которые вы хотите услышать, но все-таки не нужно кричать «Сулмоты!» или там «Гумечки!» Не надо этих прыгать, ладно? Спасибо. Убить вентиляторы? Я что, Карлсон, блядь, как? Не, ну если есть такая возможность, то убить вентиляторы, пожалуйста. Я просто не все понимаю, что речь, но я показал. Погнали, Александр. У нас через одну песню человеки, поэтому давайте. Сейчас моя самая любимая песня с альбом. Я очень сильно обожаю, очень сильно люблю. Я тебе за это, я за это, я за это.
больше мне и не дадутся так. Я с палитрой за спиной только сижу и созерцаю рад. Я над городом туман и счастья нет холода. И зато сжимаю ты был как погасить свет. Пока достоин его сиять, только просто погасить свет. В человеке каждый оставит свет. Над городом дожди на солнце выйдет. Вот как рядом, а для тяжелых районов свои мосты в закат. Кто-то в него оседает, кто-то возможно нет. Но там и дальше человек, что строит он. Слишком, уж слишком хороший, Тоша. Ты такой хороший,
мозг. Это было больше шума для Тохи! Опа, хорош! Красавец! Это много, потрясающий человек. Давай! Еще! Тоша! Заправлял. Короче, ребят, Макс Тин, к сожалению, приехать не смог, он заболел. Поэтому давайте пожелаем первому выздоровления, ну и всем, кто болеет, тоже выздоровляйте. Во-вторых, давайте вместе с вами песню «Первый секс» и пойдем устроим. Чтобы Максу было приятно. Макс, если ты слоишь, погнали. Петербург, слав готов? Ну, давайте, ребят, верим в вас. Шоу для Макса Стивена Питера! Да, конечно.
Ну, поехали. Ребята, давайте вываливайтесь потихонечку на сцену. Всю на юге чудесу цепили! Разъебывайся! Она думает, что я только мать. Она люблю ее глаза. Она любит деньги, это факт. Fuck you! Я твой фанат.
Ну что, чат, а сейчас вы охуеете нахуй. Сейчас вы охуеете. Это факт. Сейчас вы реально охуеете. О, у меня сейчас будет подгон для Ильи. Важный момент, друзья, важный момент, пару слов. Меня зовут Федя, здравствуйте. Федя, мы хотим от нашего города Санкт-Петербурга сделать прекрасному Илье Мазелову подарок. Но пока был в Петербурге, я придумал целых два подарка. Но один ты должен дать мне разрешение. Помнишь, Оззи Осборн однажды откусил голову летучей мыши? Можно я откушу голову Хесусу? Мы с тобой никуда не бежать.
прощать. Я все куда забудь нажать. Санкт-Петербург великолепен, великолепен, как всегда. Пергамесы, спасибо за концерт. Друзья, друзья, дадите мне пару слов. Во-первых, Илюха, родной, я хочу тебя поздравить, это твои первые концерты. Первый столица, это здорово собрать такое количество, огромное количество людей, прекрасных людей. Не побоюсь этого слова, не побоюсь этого выражения, как я всегда говорю, лучшем городе на Земле. Приезжай к нам, лучший город на Земле. Согласен. У тебя прекрасные песни. Я желаю тебе творческих успехов, всего самого лучшего. Я верю, что ты замечательный зритель. Я послушаю, мне очень понравилось. И самое главное, друзья, на Илье Розелове сейчас футболка. Кто это, друзья? Кто вы знаете, кто это? Друзья, это котенок Ра. Друзья, покупайте мерч с котенком Ра, обязательно, его очень мало котенку Ра мы купим после этого, мы что-нибудь купим котенку Ра. Друзья, всем пока, Петербург, спасибо большое. Спасибо большое. А дальше это еще хуже будет. Водички? Мы уже прикольно по себе до конца, поэтому там можно поделиться. С вами молитва, это для вас. Понятно. Смотри, у нас буквально две бутылки осталось. Вот здесь еще. Здесь еще бутылки. Так, вот, друзья. У нас в Москве этот человек уже был, и я супер рад, что он приехал к нам еще в Санкт-Петербург. Это был вообще хороший друг, это Джек Луни. И мы с ним вместе сейчас делаем песню, как отвечаем, потрясающе. Здорово! Пиздец! Огромное спасибо, люди, ребята. Что вы там жили, чтобы вас разогревал при Кинезисбурге? У него нет усов, ребята, охуеть. Ну что, автобанщик? С вами готов? И поехали, друзья! Уступи дорогу.
там будет следующее, ты отвечаешь сам? Окей. Хорошо, внимание, пожалуйста. Я снова на отдельное описание. Кто-то знает, кто-то нет. Случилась такая штука полтора года назад. Мне стало на его мать. И ему я писал трек. Называется 2950. Если сделать все звездное небо, как говорил Брюха, будет очень круто. 2950. Что, поехали? Готов. Поддержите же мой Петербург! Я не верю, но лишь так скоро, насколько прошел, мне трудно поверить. Я как будто играл в пустоколо, ты был бы рад, если бы это увидел. Как мы все твои шоссеры, из-за нас все выше, ты Бог не обидел. Мы немного на них усудили, помнишь, как всей семьей на природе. Что-то жарили, не смеялись, мясо, овощи, где-то подходит. За бобами на стол поднимается, а пока что дерево. Птица, что летала над нами тогда, жаль теперь, куда не возвратиться. Ты ушел навсегда. Дави, эми, любя. Сейчас ты лишь спокойно, не знаешь, а война отдали. Как ты меня, и во мне горит болью, не успокою, дали. Фоги меня, дали, не позвонил, и меня не услышал, дали. Купай тогда, я все тот же ребенок, но стал чуть выше. Делай все, как готовить, чинить, создавать. Я лишь актер, но ты режиссер. Хоть просил мне тебе помогать. Я помню твой голос, но где-то ты прав. Как курил ты свои сигареты, когда приходил тебе в план. Как ты дал себе ты был мир. Я помню, как наши подруги в прав. Как мешал ты за ночью уснуть. Как помню, когда приходил тебе в прав. Я дынал, как готовый запуск. 29-го, мне 29. Тебе было, тебе 50. Тебя нет, в это сложно поверить. Я скучаю. Включим фонарики. Короче, спасибо.
вообще. Я не знаю, почему меня так постоянно трогает этот момент, вот последняя песня, я не знаю, меня очень сильно трогает. Давайте все вместе ее исполним. Спасибо вам большое, что пришли. Вы очень крутые, спасибо. Питер! Чтобы его по максимуму сейчас поддержали. Да. Дайте максимум поддержки сейчас. А можно со мной сверху? Очень просто. Давайте! Все вместе! Эй! Эй! Эй!
теперь все по-настоящему. Жизнь надо жить, но жизнь я отложу, как долгий ящик. Растем и кормим только все селяне. Пусть и прогалай, но все же пусть живут ради себя и скучен. Только будет день, но заработай не взирают. То для нас и с теми дни нужно не делать нихуя. А я ведь всяко раз напробовал, ничто так не впирает, как кинопельмени, но и мороженка не стакана. Мило знать, что больше мне не дадут за так, но я с палитрой за спиной просто сижу и созерцаю мрак. Я на городом тумана, счастья нет, холода и закон сжимает их зубы. Садись, садись, все! Нет, это просто пока сочнее, чем обидники, каждый остался. За городом дожди, на солнце выйдет, вот когда-то по моей тяжелой хорьбе. Все! Сидим! Подумай, что сразу сообщил опять! Да? Да. Андрей Тарканес дал запрет. Не, не давал. Не было такого. Тормозите, ёпта.
Короче, эта вся хуйня длилась очень долго. Мы долго мучились, долго старались. Да сейчас я дай ее ебну и тебе передам. Ты пизги пока. Хорошо. Передам. Чуваки, это было очень тяжело. Мы правда очень старались. Надеюсь, что вам всем было сегодня хорошо. И в Москве тоже. Я очень заебался и поеду сейчас набухаю за говно. Артур! Оп. Всем кириешки, ёбки! Артур, респект! Давай. Покупайте футболку. Держи. Да, давай, говори. Покупайте, друзья, футболку с котенком Рама, и мой менеджеру очень нужна квартира ему закрывать ипотеку. Покупаем. Короче, спасибо, парни, я знаю, что у меня было. Сейчас я пойду с чатом чуть пообщаюсь, секундочку. Только там еще больше. Ничего страшного. Здорово, чат. А, в Москве? Так, если... Что скажете? Бля, заебался, пиздец вообще. Голоса нет. Привет, ребят. Бля, наконец-то все закончилось. Я хочу домой. Я хочу домой стримить. Все, Илюша, домой. Там Завертин ждет с этой с электрокормилкой. Надеюсь, всем понравились все сюрпризы, которые мы придумали. Вот, но скажу честно, очень тяжело было после этого. После Москвы тяжеловато было, конечно. Потому что, ну, изначально я не очень понимал толпу, типа. Изначально, ну, было тяжко, то есть я прям в середине концерта потерялся в моменте. А так вообще все было охуенно. Вот. Ну, в принципе, все. Это Андрюха, танцор. Привет. Это дядя Дима, тут все. Привет! Вообще, вайб в Питере мега, мега. Илюха, мега развожу весь город на самом деле. Я могу сказать, что Питер очень избирателен. Он не всех принимает. Но это сегодня правда. я сегодня считаю вообще зашел просто. Такой вайб был на концерте, на самом деле. Мне очень понравилось, на самом деле. Короче, чат, я сейчас завершаюсь, прощаюсь с вами. Я очень сильно, спасибо большое, всем огромный респект. Очень сильно хочу домой и уже стримить за компом. Потому что концерт, это все клево, но я пиздец, я соскучился по компьютеру. Я хочу в Краб Гейм, блядь. И в Доту хочу. Все, ребятки, давайте, я пошел откисать. Спасибо вам большое, спасибо. Давайте, до скорых.